Так, майте этот бубенчик там, который внизу есть. Делайте эти, лайки, жмайте там тоже. Дизлайки кто жмет, тот я того один день найду. Посмотри, как этого комара вот потом в лагман себе кину. Упс, приветствую всех, друзья. Чё подсёк, короче, не знаю. Петровичу осталось тут на медвежке Обаму закрыть. Ё-моё, не знаю, тащу немножко. Уже рядышком. Может, повезет, бляха-муха, а? А то сколько ж уже можно тут ловить? Я уже, наверное, неделю тут сижу. Голову закрыл, как бы было там, да. Два штуки или три голову за это время поймал. Остался Обама. Ждем. Ждем, надеемся. Попадалось за это время самые большие по 25 килограмм. Так, по 25, наверное, было штуки 3 или 4. И один был на 27,780, что ли, как-то так. Ну, за неделю реала. Как бы каждый день тут ловлю, помаленьку, потихоньку, там туда-сюда. Но почему-то с Обамой вообще-то как-то не везет. В чате сегодня уже тут проскакивали, я видел, были. Ну, блин, у Петровича... Так, а что я сегодня там поймал самого большого? Вчера был, ночью сидел, как 25 самый большой был. А сегодня даже не знаю, сегодня даже и крупняков-то не было никаких. Ну, куда их отчетнее? Их и даже мало. А, 26. Ночером. Такие вот делишки. Не хочет Обама, зараза, клевать. Это чувствую я тоже какой-то. Тоже какой-то не это, ни о чем, ага. Потому что сначала поелозил. И походу это еще сейчас, наверное, и белый будет, да. Ай, зараза, не везет Петровичу, не хочет Обама клюнуть. Обаму, по-моему, все, медалька Петровичу. Пуш, почетный гражданин, рыболов там, медвежья, все дела. Но когда это произойдет, неизвестно, да. Уже я по-всякому, были 22-е всегда, да, там в танке, когда играем. 22-е поставишь, поменьше поклевок, пореже, но покрупнее берет. И по два этих, как ее там, как кукурузинки, и по две, и по одной. Сегодня уже поставил 16-е, и по одной кукурузинке опять же, и по две, и по всякому разному. И крючки уже я сейчас поставил огромные четверки красные, и по, ну в общем, как ни крути, все равно нифига. И это еще кто это там такой? Белый? Белый, зараза. И даже и не трофейный, ё-ма. Петрович зол. Нет, трофейный, конечно, но он нам не нужен, да. Он нам не нужен, у нас уже трофей закрыт. 28 килограмм. Я не знаю, как уже тут с этим бороться, как мне этого Обаму выловить. Просто не идет троф, и все. Как ни крути. Так, ну это тоже хорошо, пойдет. Скинем в ДС-ку. Сборка, так, вот такая. На 16-ю, кстати, залетел. Погодите-ка, прикормочку. Туда-сюда, опа-на, классмана. Ага, все. Карпы, амуры, голые, чешуя. В общем, тут клюет и толку не... Ага. Обама не хочет. Ой, Петрович, подожди. Обама не хочет. Ну ладно, что? Сидим, ждем. Ждем дальше. Всем спасибо, кто посмотрел, кто лукосик прожал. Вообще красавчик, молодец. Как всегда, надолго не прощаемся. До скорых встреч.